Центр был, а нет, сейчас. Есть кто ювелиры? Да, правда. Сейчас, я тут с КБ заберу камни. Пацаны, пацаны, у меня гениальная идея. А что если протопал поставить свою ауру? Это будет вообще вышка. О. Подождите, подождите. Подожди, подожди. Ладно. Диспелл спал. А вот. Кувася, Серж, диспель теряет. Проклятие. Сколько? Да, да.
ваша смерть неизбежна. Что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Ретрику можно провести? Я уже на камень. Можно провести. Кто там у камня сделать? Я, Ретрик, могу. Смотри, какой тоже. Я не все умею. 23 СПД и 10, что там, духу и... Нет, брат, вот просто на СПД могу. Просто не оставляем людей. Реги есть? Просто сделать? Нет, нет. За регами могу это на аукцион слетать. Я в пушку прыгаю. Можно? Спасибо. Молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Лестница узкая, да, была? Сила и честь. Блять, у меня это стойте, не запускайте, мой корабль забагнулся. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Че если я спрыгнул с корабля? Просто у меня никого нету, я один на корабле. Вы видите, что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса, все на палубу! 13 минут прошло. Еще в 42, 43, там что такое. В 43 еще в РК писали. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Не стоит. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты... Корабль под обстрелом! Заклинатели сюда! Пусть заткнет эти пушки! Ну, как хочешь. Огонь! Огонь!
лечу! Будет, я в Дуларан слетаю по-бырому. Я слетаю в Долоран, камни куплю. Лобафы обновите все. Пикнись на шумом. Поставьте карася, у кого есть. Последний камень. Кулак обновить. Дайте рыбу, евреи. Дай вам рыбу. По центру стоит рыба. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во славу короля Лича. Бля, я кинул его тут раньше, попросил один человек. Я тебе сейчас сам ГП. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шанса. Хантом, бля. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. А больше тебя, тебе 200, окей? Обещал его матери, когда она умирала, что пройду через... У нас два демона. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Что, огурец, Азазель? Танки в центр, Санте? Центр, танки. Я исполню это обещание. Не-не-не, там нормально они стоят. Меньше идти будет. Могущественно плеть. Во имя короля Лича.
Давай. Я сплодовал. Хорошо. Не прокнула спула, чтобы не позволиться, типа вылетел. Да, у кого есть еще фласка на хосту? Мне дайте, пацаны. Ну, либо почта. Я бабок отдам. Да, да. Там это, моды не настроены, я не смогу играть. Да. Да. Слава, бери тогда топор рубить, я пойду, мне срочно что-то не надо. Давайте, удачки вам. Давай, Вань, пока.
кулаки не нет. Просит. Что тебе нужно? Стопра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Кулак по плечам. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Вперед, куда шло? У тебя нет шансов. Я сильнее и могуще. Да, по-любому, откуда шло. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре. Ну, еще очень важно, чтобы танки танчили трэш, чтобы они поделили то, какой танчит, чтобы трэш весь на танках был, а не бегал там, в Орей. Не надо, там Мэм. Мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Давай. Я думаю, будет. Земля обогрится вашей кровью. Извинитесь, слуги мои. Открыть портал.
еще, там вот по скаде, короче, другой какой-то дамаг. Четыре ДДшки, кроме магов, мало обладали, причем все. Да фиг пойми. Что ты хочешь на Синдре сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкенштейна. Больно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Брок. Но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Субтитры сделал DimaTorzok.
А, я, кажется, понял. Куку Вася, у тебя какой тотем ветра стоял на сурке? Костюме лично. Ну ты красава, конечно, вообще, Куку Вася. А, и вот и все, хоста куда ушло. Ну да. Спасибо, Вася, да. Один в рейте. А, ну просто да, 5%. Ну, он ветер тотешка не поставил тотема. Засрал всем ДПС. Ну, блин. Постарайтесь сохранить все части тела. Ну просто видно, РДДшки очень мало дали. С таким рейдовым и магией, получается, мало дали. Стоял у меня на хосту. Я прекрасно знаю, у меня... Я уже не раз хосту. Я на милишную хосту стоял. Тебе говорят про РДД хосту. Может, на милишную, РДД или в БДК? РДД ты убрал, да, там никто есть, не давал. У тебя есть корм, который дает 20% хосту. Итак. Я могу зайти. Нахуй пала. Кува, Вася, тебе перчатки нужны? Кольчужные свали. Хорош. Куку, Вася. У меня вроде были. Пойду нахуй готово. Не помню. Дайте рыбу. Нужно подойти поближе.
Сейчас Олег зайдет. Поставьте рыбу. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах. Слева потанчик. Справа сверху. Давайте в другую сторону, там собрали. Спасибо Олегу. Позади завали, будем собираться. Слева сверху. Что такое здесь вообще? Все летают вообще, когда хотят. Давайте рост. Ух ты. Это как? Падаем, падаем. Что можно, такое? Можно падать смело. Да какое? Подожди, давай, ты два БРа есть. Серж, подними, подними
Какой берса уже будет, Олег? Да никакой берсы нет, хилер. Есть, тут уже огненный, сейчас по КД будет выходить. Забафайте только рейд хилов. Да я протыкал портала. Надо еще один. Так, сверху справа. Давайте распробуем. Гейм на хп отдал. Олегу тоже. Короче, мы вышли с портала под взрыв этого гнилого. Да, не, я один хилил Вальку на прошлом КД. Да, я, честно говоря, не думал, что мы захилим. Не знаю. Почему? Ну, а наш урон как бы получает еще. Это можно? Он уже на ух. Так это не критично. Ой, это можно ноги на ух? Потом уже, потом. Добро.